Привет, YouTube, с вами Солир, у меня для вас есть две больших новости. Первая новость — это то, что Rocket League заанонсила, точнее сказать, затизерила следующий, 9-й сезон, он начнется 7 декабря, так что если вы все еще не успели взять реварды и не нафармили сундучки, то самое время поторопить свои булки. Тема 9-го сезона, судя по тизерам, это огонь и лед. Если кто не видел, то вот тизер. Судя по всему, это будет что-то связано с Китаем, судя по карте. Судя по вот этой вот карте, мне кажется, что Forbidden Temple переведут в зимний режим, то есть делают Forbidden Temple Snow. Forbidden Temple, если кто не знает, это китайская карта с храмом. Одна из моих любимых карт. Тут нам показали машину и какие-то декальки, видимо, еще Go Explosion, также двойной, тут огонь и лед, там Годзилла на фоне, тут, конечно же, логотип этого сезона, ну и машина, которая выглядит, если честно, непонятно для меня, но, судя по всему, будет иметь два стиля, вот тут мы видим ледяной, а тут мы видим огненный, это, судя по всему, Хантерс на эту машину, а это какая-то странная декаль. Ну, давайте так, для начала это выглядит хорошо, я предположу, что это либо Октан, либо гибрид по хитбоксу, но надо будет посмотреть. В общем, ждем и еще раз ждем, пока выглядит невероятно красиво. А я жду твое мнение в комментариях по поводу темы данного сезона и тизера. Ну и вторая не менее важная новость — это то, что я создал первый крупный турнир, и это турнир 2 на 2 с открытой регистрацией. Участвовать могут любые игроки с рангом от ГЧ1 и выше в нормальных режимах, то есть в 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3. Если у вас есть первый ГЧ или выше, то для вас открыта регистрация. Почему 2 на 2, а не 3 на 3? Мне просто надоело смотреть 3 на 3 турики, они просто повсюду, и там одни и те же команды сражаются за одни и те же места. И я решил немножко разнообразить, и со своей командой, а также с помощью bowchaser.ru мы создали вармап 2 на 2 Invitational, который пройдет 2-3 декабря на моем стриме. 2 декабря в 6 часов начнутся квалификации. Постримим мы конец этих квалификаций, посмотрим, какие команды пройдут в основную стадию. Основная стадия будет 3 декабря в субботу в 18 часов по МСК. В основную стадию будут приглашены 4 команды в зависимости от их предыдущих результатов. И еще 4 команды пройдут из открытых квалификаций. Все ссылочки на регистрацию и на Discord сервер, в котором будет происходить регистрация и сам турнир, все анонсы и вся информация, вы найдете в описании. Так что, кто хочет сыграть, регайтесь. Ну, а всех остальных жду на трансляции 2 и 3 декабря. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, вы, наверное, уже поняли, почему последнюю неделю я не выкладываю видосы. У меня было очень много работы. Во-первых, я немножко разбираюсь со своим здоровьем. Во-вторых, я организовал, ну, по сути, организацию, которая будет впоследствии проводить не один, не два, а намного больше крупных турниров. Искал спонсоров, ну и, в общем, просто занимался орг-моментами, и, наконец-то, я могу вам представить Exploit Gaming. Это организация под моим началом, которая будет впоследствии отвечать за турниры и прочие ивенты в СНГ. Конечно, надеюсь на вашу поддержку, на распространение. Кидайте всем друзьям, которые хотят посмотреть или которые хотят поучаствовать, если у них есть ГЧ1. Ну а с вами был Soul Oliver. До скорых новостей и ждите 1 декабря.